Мама, посмотри на меня. Тебе идет, Тро-Тро. Ты настоящий чемпион по дзюдо. Тренер очень доволен, Тро-Тро. Он сказал, что ты очень талантливый. И я! Умница, Тро-Тро. Я! Посмотрите, я маленький чемпион. Эй, Лили и Зои, смотрите, я чемпион по дзюдо. Если ты в кимоно, это не значит, что ты чемпион. К тому же у чемпионов пояса цветные. Да, правильно, а твой пояс белый. Но... Мама, мам, какого цвета пояс у чемпионов? Я точно не знаю, Тро-Тро, думаю, разных цветов, в зависимости от их силы. То есть, как в радуге? Да, примерно. Спроси папу, наверное, он знает. Папа, пап, какие цвета в радуге? В радуге? В ней красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. А зачем тебе это, Тро-Тро? Ну, для того, чтобы стать настоящим чемпионом. Посмотрим, папины галстуки как пояса. Синий, красный, ой, не помню все цвета. Ну, неважно, я возьму все. О, я буду невероятно сильным чемпионом по дзюдо. Не догонишь, не догонишь. Ой, Лили. Водишь? Смотрите, я самый сильный чемпион. У меня пояса всех цветов радуги. Да, но из-за тебя я вожу. Вода, ты водишь, Тро-Тро. Вода, Лили. Не догонишь, Лили. Здорово, я чемпион по дзюдо. Я тоже хочу быть чемпионом. Ты не получишь мой пояс. Ура! Смотри, я тоже чемпион по дзюдо. Мне нравится играть в чемпионов. Давайте еще раз. На-на-на-на-на. У меня больше поясов. Я самый сильный чемпион по дзюдо.